Всех мытарств оказалось, что надо кидать не десюнчик, а 5 по 10, и тогда якобы оно заработает. Но 5 по 10 мелочи найти достаточно тяжело, хотя это в принципе всего 100 рублей на наши, в принципе недорого. Забивай тогда вот в эти. А ключа, как нам обещали на ресепшене, здесь не было. Да. Забивай. Ура! Поставили 5 штук по 10 бат, и у них заработало. Они будут играть, а мы как лохи пойдем купаться в бассейн. О, им даже треугольничек дали. Все, в принципе, стол нормальный, может чуть попозже разоримся на полтинничек.